Клуб «Трансформер» строят в селе Малые Кармалы Брестинского района. Несколько десятков лет местные жители вынуждены были проводить крупные мероприятия в здании школы, в актовом зале и библиотеке. Теперь у сельчан появился многофункциональный зал, который сможет вмещать 150 человек. В этом зале можно проводить и спортивные мероприятия, в частности и волейбол. Ширина и длина зала позволяет, высота потолка тоже позволяет. И также легко трансформируется, как в зрительский зал. Поэтому вот такой зал-универсал для нас очень-очень приемлем и очень, наверное, будет выручать во всех мероприятиях. Стоимость проекта 15 миллионов рублей. Сейчас на объекте трудится 16 человек. Подрядчик рассчитывает закончить работу раньше намеченного срока. Первый этаж практически закончен. Для нас вот новый клуб – это мечта, была нашей мечтой. И мы надеемся, что народ будет ходить на мероприятия, будет участвовать в мероприятиях, будут приезжать концерты звезд. Мы очень рады, что у нас будет в селе новый клуб.